Ну и что? Распаковка денег. Как мне нравится вот так всегда. В бумажном пакетике привозят всегда заказчики. Либо в коробке, но все аккуратненько. Так, дорогие мои, так. Сейчас я сначала все... Лидины духи пришли. Сейчас я все вам выложу и буду потихонечку рассказывать, да? Что для чего? Тут у меня, кстати, и подарки на новый, ой, на Новый год, на 8 марта. Здесь все на чипам. Чик-чик-чик-чик-чик. Все, пусто. Ну, теперь будем разбираться с этим богатством, которое у меня есть, дорогие мои дорогие. Сейчас я вам все расскажу. И зачем?